Костя. Даша. Лида. Влад. Маруся. Таня. Марго. Я выпускник первой волны программы стажировки Инкомпас 2018 года. Точка. Инкомпас – это программа стажировки, которая помогает студентам, молодым специалистам попробовать свои силы в крутой транснациональной компании. Відбір включає 4 етапи. 4. Первый етап – это ты просто подаешь заявку. Подать заявку – это несложно. Вносишь свои персональные данные и говоришь, да, ребят, я хочу попробоваться. И все такие, окей. Второй – проходишь определенные тесты. На логику, насколько ты можешь анализировать информацию. Третий этап – видеоинтервью. На экране высвечивается вопрос. Раз, два, три, четыре, пять. Видео начинает тебя снимать. Четвертый этап – это центр оценивания. Ассессмент – это сочетание стресса и фана. Вас вывозят большим количеством людей в лес и заставляют на протяжении 2 дней решать кейсы, как групповые, так и индивидуальные. Нужно было достать кровь единорога, найти корень мандрагоры. И начинается самое интересное. Изи вообще. Во-первых, это подавать заявку. Проявить себя таким, какой вы есть. Все получится, ребят. Все будет круто. Верьте в свои силы и идите вперед.